Благородство придет и в банковский бизнес. Компания PlusCoin готовит запуск в тестовом режиме оригинального продукта – аналога банковского вклада «Криптодепозит». Особенность продукта в том, что он безопасен в операциях, базируется на блокчейн и смарт-контракте. Доходность вклада начисляется автоматически в PlusCoin. Технологический базис продукта – это платформа Marketplace. Криптодепозит будет интересен токен-холдерам. Они смогут получать доходы от владения монетой PLC. Те, кто успешно торгует на криптобиржах, будут гарантированно получать доход от вклада. Крупные фонды обеспечат себе увеличение объемов своих PLC. Следующий продукт, который будет выпущен командой DS Plus, PlusCoin, это криптоскоринг. Его назначение – формирование рейтингов пользователей с целью поощрения дальнейшего кредитования на потребительские товары в валюте PlusCoin.